Здравствуйте, дорогие друзья. Очень часто у меня спрашивают, как проверить, работает турбина на двигателе или нет. Вот вы, допустим, хотите, допустим, приобрести автомобиль, но вы не знаете, как он должен быть в движении, но вот открыли капот, двигатель работает, как узнать, турбина на нем работает или нет? Да все очень просто. Найдите резиновый шланг, который идет непосредственно от турбины. Именно шланг надува. И возьмите за него рукой. И кого-нибудь попросите, чтобы в этот момент погазовал. Возьмите пальцами и чуть-чуть прижмите этот шланг. Когда другой человек будет газовать в автомобиле, даже на холостом ходу, вы почувствуете, как шланг увеличивается в диаметре. Он будет так раздуваться. Вот эти вот такие колебания, именно при наборе оборотов, будет он чуть-чуть раздуваться. Это свидетельствует о том, что турбина развивает давление. То есть турбина работает. Если ничего не происходит, значит турбина не работает. Вот и все. Все очень просто. Надеюсь, друзья, этот совет для вас оказался полезным. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока.